Стой! Полат, он никуда отсюда не убежит. Опусти пистолет. Отойди. Полат в сговоре с Гладьё. Хочет убить меня и таким образом помочь им. Не неси чушь. Мы не такие продажные, как ты. Полат Алимдар, я не могу доверять ни тебе, ни Искандеру. Ты получишь Искандера только через мой труп. Езжайте за ним, скорее! Мимати! Скорую вызвали? Вызвали, брат. Искандер не вылезал из воды. Брат, только что здесь проехала машина. Ты в порядке? Мне холодно. Возьми, брат. Спасибо. Что делает Казым? Брат Казым избивает человека. Хватит уже. Убьет ведь. Скажи, пусть не трогает его, пока Полат не приедет. Хорошо, брат. Левой хорошо работаешь, а вот правая не очень. Брат Казым, брат Абдульхей сказал, чтобы ты перестал его бить. Ладно. Я могу научить тебя бить правой. Thank you.
Так научи. Подними меня. Ты не сказал Казыму? Сказал, брат. Брат? Господин, хотя бы до утра полежали бы, отдохнули. Нет времени. Господин, заместителя уже прооперировали. Пулю вытащили. Отдохнет пару дней и поднимется на ноги. Хорошо. Брат Искандер исчез. Ребята потеряли машину из виду. На самом деле, мы не знаем наверняка, он это или нет. Кто, если не он, Мимати? Может, он утонул? Он не утонет, Мимати. Не утонет. С таким пловцом, как Искандер, ничего не случится. Тогда кто приехал его спасать? Я обязан жизнью тебе и Хакке. Надо было пораньше сообщить. Хакке бы сразу приехал. Он сал поменял кадры. Я попал в кошмар, пока ждал своего человека. В вашем возрасте опасно прыгать с такой высоты, уважаемый Биюк. А как еще избавиться от этого кошмара? Можно было только полететь, как птица. Он жив? И Полат Алимдар, и Унсал Кемаль живы. Бедный Унсал Кемаль. Попал из-за меня под пулю. Плохо. Теперь остается только одно. Вам нужно исчезнуть, пока все не поутихнет. Немцы отвернулись? Немцы тут ни при чем. У нас больше нет рыночной власти, уважаемый Биюк. Хорошо посмотрел. В кармане нет? Посмотрел. Нет никакой флешки. Значит, в воду упало. Что ж, побудем тайным правительством. Если государство не желает нас видеть, мы не будем появляться. Хакке говорит, лучше всего спрятать вас в России. У нас есть связи среди политиков и военных. Не хочу я ни в какую Россию. Почему?
Если человек отправляется в ссылку, его с распростертыми объятиями встречают шпионы. В моем возрасте я не могу разгуливать туда-сюда. Турция большая. Нас обязательно приютит какая-нибудь горная местность. Я так и думал, что вы не захотите в Россию. Приготовил одно место недалеко от Стамбула. Если вам там будет трудно, тогда подумаем насчет России. Лучше всего выехать сегодня ночью. Сегодня ночью нельзя, Туран. Тогда завтра утром. И завтра утром нельзя. Я никуда не поеду, пока не увижу дочь. Дживхера, парень. Ты посмотри, они сделали из маленькой Искандер-Ханым робота. Дядя, говорят, маленькая Искандер-Ханым на самом деле мертва. Но нельзя терять надежду. Вот сделали из нее робота. И ждут. Как мы посмотрим в глаза Бьюку Искандербеку? Говорят, он не выйдет из тюрьмы. Искандербек отсидит приличный срок. Дживхер, сынок, скажи мне, вот если бы у тебя был ребенок, ты бы сел? Если бы мой ребенок совершил ошибку, я бы его убил. Я бы не сел из-за этого. Поэтому ты не государство, Дживхербек. Государство ни к одному своему ребенку так не отнесется. Если не пожизненно, то не меньше 30 лет. Такой срок Искандербек не отсидит. Отсидит, не отсидит. Отсидел, не отсидел. Я проголодался. Есть хочу. У государства много детей, Дживхер. Одних запугивает, других уговаривает. Если решил запугать большого ребенка, то хватает его за уши и говорит: «Будь умницей, ты не старше своего отца». Сынок, не шали. Дядя, мы тоже дети государства. Как зовут твоего отца? Абдурахман. Кто еще взял фамилию отца? Мама. Нет. Ты сын Абдурахмана, а не государства. Выздоравливайте. Спасибо. Умсалби, советую вам больше не подходить близко к моему пистолету. Что случилось с Искандером? Сбежал. Вам не стоило настаивать. Пулю можно вытащить. А вот Искандер уже не вылезет из дыры, в которую попал. Вылезет, вылезет. Если перед змеей поставить миску с молоком, она вылезет откуда хочешь. Где Мимати? Господин, кажется, у нас проблема. Какая проблема? Да что происходит? Мимати, в чем дело? Шеф, я не могу связаться с Абдульхеем и Казымом.
Гладьё не пожалел наших ребят. Другим ребятам позвонил? Позвонил. Никто не берет трубку. Шеф, это очень тяжело. Я не переживу. Мимати, мы еще не видели трупов. Увидим, будем плакать. Я всегда думал, что умру первым. По-другому никак. Мы идем по одной дороге. Некоторые возвращаются, некоторые умирают. Больше пусть так не будет. Или все вместе вернемся, или все вместе умрем. Я не могу остаться в живых. Не могу горевать. Не могу. Не нам решать, кому возвращаться, а кому умирать. За наше дело умирали до нас, и после нас будут умирать. Главное — быть верными нашему делу. Никто не сможет убить и ранить нас. Ты не переживай. Думаешь, они не умерли, брат? Держитесь, ребята. Кажется, я вывихнул плечо. Давай вправим. Сними пиджак. Будет больно. Потерпишь? Потерплю. Молодец. Хорошо держался. Теперь тебе надо быть очень осторожным. Полат Алимдар не оставит тебя в покое. Отправь ко мне еще людей, их тоже обучу.
Живхер, расскажи, что сделали? На улице Хап окрали 84 человека. Хорошо. Забрали сумки. Прекрасно. Собрали 40 миллиардов. Прекрасно. Живхер, женщины носят с собой сколько денег? Скажи мне. Деньги обесценились, дядя, поэтому так. А я и не видел. Покажи. Хорошо, переверни. Ну надо же, прекрасно. Это все, что ты мог сделать, Заза? Мы только начали, Искандербек. Погоди. Постепенно, постепенно все будет. Никаких постепенно. Не заставляй меня заниматься такими мелочами. Если взялся за дело, иди до конца. Пример? Сам ищи пример. Меня какое-то время не будет. Надо изменить распорядок, чтобы меня не нашли. В нашей стране менять распорядок проще простого. Я расстроился из-за Меджихер Ханым. Кто это? Твоя дочь. Хорошая девушка. Хорошая. Если желаешь, я могу заняться ее здоровьем в твое отсутствие. Отправлю ее за границу. Ее не оставят в покое, пока меня не будет. Я не понимаю. Ты ведь правительство. С каких это пор правительство начало прятаться? С тех пор, как волки состарились. Есть одна шахта. Туран Качгар попросил... Качгар — это тот, который занимается антибиотиками? Да, да. Шахта находится рядом с его фабрикой и очень мешает ему. Искандербей, если попросили нас, значит, в шахте находится что-то другое. И я о том же, Заза. Осмотри все. Спустись в шахту. Если увидишь что-то, спустись и посмотри. Туран не может меня предать. Живхер, иди сюда. Да, дядя. Запиши адрес. Скорее. Да, дядя. Избрей, наконец, бороду. Сбрею. Когда ты снова будешь во главе государства. Правительство, обещаю. А сейчас у меня большое горе. Видо, я же сказал нет. У меня нет людей для охраны. Сейчас нет мафии. При чем тут мафия, Шимо? Хозяин шахты мой приятель из России. Какой-то богач пристал к нему, просит продать. А он не хочет продавать. Пусть он заплатит нам за охрану, чем отдаст эти деньги охранному агентству. Чтобы сделать что-нибудь, должно быть идеологическое обоснование. Что я скажу ребятам? Компрадоры налетели на землю рабочего. Поедем и поможем нашему приятелю рабочему. Хозяин шахты получается рабочий, Видо? Он зарабатывает деньги, добывая камень. Конечно, рабочий. Нет, парень, забудь. Откуда ты знаешь, что находится под ними? Под ними находится шахта. Что за вопрос? Больше там ничего нет. Нет, нет, нет. Ты вправду не понимаешь? Тогда подадим жалобу в муниципалитет. Скажем, что они незаконно продают спиртное. Иди, жалуйся. Скажу, они вас поят самопальным раке, добавляют в выпивку воду. Ты хочешь вывести меня из себя? Тогда скажи, кому поехать. Тебе самому не нужно никуда выходить. Я сам все сделаю. Я виноват. Если бы сидел рядом, ничего бы не случилось. А почему не сидел? Брат, история с Арджументом съедает меня изнутри. Я решил уйти, чтобы не вымещать все зло на Якышеклы и не убить его.
Лучше бы ты убил его, Абдульхей. Он разве дороже тебя? Тогда я опять буду виноватым. Я не вынесу еще одной ошибки. Все равно совершишь ошибку, Абдульхей. И ты сделаешь, и я, и Миматти. Мы люди. Поэтому совершаем ошибки и платим за них. Тем более ты не совершал ошибку. Как не совершал? Я бы мог выстрелить тестю в ногу. Но я убил его, потому что он предал тебя. Все было не так. Так, брат. Тебе так кажется, Абдульхей. Ты так говоришь, чтобы защитить меня. Нет, не для того, чтобы защитить. Я говорю то, что вижу. И вообще, кого мне защищать, кроме тебя и Миматти? Не защищай нас, брат. Мы и так уже опозорены. Удовольствия не будет, если подавать месть в холодном виде. Месть хороша, когда горячая. Отправь ко мне еще людей, их тоже обучу. Где мой маленький ягненок? Где мой маленький? А ну-ка, открой ротик. Вот так. Казым. Ты чемпион мира, не так ли? Да, брат. Если ты чемпион мира, то этот артист чемпион галактики? Брат, чемпионы разные бывают. Да что ты говоришь? Как он смог снять с себя наручники и надеть на тебя? Значит, он знает технику. И ты сам ему в этом поспособствовал. Тебе надо было надеть на него наручники и сидеть возле него как кошка. Всего-то делов. А ты начал самовольничать, и он этим воспользовался. Брат, ну что ты к нему прицепился? Сестрица, я же сказал тебе, не вмешивайся в мои дела. Должны же быть хоть какие-то приличия. Ты учи приличия Малими Мать, а не меня. Занимайся своими делами. Нельзя даже пожалеть человека. Если женщина пожалела тебя, Казым, придется перестать быть мужчиной. Или умереть. Я отомщу, брат. Отомстишь? Казым, да тебе теперь нужно купить 5 метров ткани. Для юбки. Сходи, купи. Ты не соответствуешь моим требованиям. Придется тебя поменять. Ты что, не расслышал? Ты расскажи правду, Ибру. Она не должна услышать ее от кого-то другого. Если услышит от кого-нибудь другого, перестанет тебе верить. Тебе будет стыдно перед женой, перед самим собой и Абдульхеем. Gören yüzler zor.
Эбру. Сынок, ей дали лекарство, раньше утра не проснется. Какое лекарство? Снотворное. Бедняжка столько дней не спала. Я испугалась и настояла. Вдруг заболеет. Правильно сделали. Сынок, я долго не проживу. Почему вы так говорите? Человек лучше знает себя. Доктора дают надежду, говорят утешающие слова. Но я хорошо знаю свою болезнь и себя. Я тяжело переживаю смерть Эрджумента. Раньше мне было спокойнее. Ведь у Эбру был отец. Думала, он будет любить ее, не оставит одну, будет присматривать. Теперь есть только ты. Оставляю дочь тебе. Пожалуйста, присматривай за ней хорошо. Она очень добрая. Она заслуживает большого счастья. Может, я не смогу сделать ее счастливой, но я никогда не оставлю Эбру одну. Я вам обещаю. Куда Пулат уехал? По делам. Он рано утром уехал, дочка. Надо было разбудить меня, мама. Он узнал что-нибудь об отце? Ничего не говорил. Дочка, твой муж и так занимается этим делом. Не надо его расспрашивать все время. Как не надо, мама? Конечно же, я буду спрашивать об убийцах отца. Буду просить его, чтобы он отомстил. Доброе утро. Мамош? Проголодался? Мамош? Сестрица, я же просил тебя называть ребенка по имени. Его и так зовут Мамош. Это сокращенно. Не надо сокращать. Где мой пистолет? Ты сначала позавтракай. Ты становишься злым, если не завтракаешь. У меня дела. Где мой пистолет? Тогда подожди, я намажу на хлеб масло и мед. По дороге съешь. Хватит жужжать, Гюлендам. Где пистолет? А зачем тебе? В меня выстрелишь? Зачем мне в тебя стрелять? Тогда зачем? Нужен дома пистолет. Сестрица, ты что, выбросила пистолет? Послушай, я не дура, чтобы выбрасывать пистолет. Кто знает, что будет завтра? Гюлендам, где мой пистолет? Гюлендам, где пистолет? Закопала в саду. Что сделала? Вдруг полиция приедет с обыском. Хорошенько завернула и закопала в саду. Если нужен, я закопала его возле клумбы с цветами. Если забудешь, вспомни о Гюльден
или Гюлендам. Вот и все. Если будет нужен, иди и выкопай его обратно. И больше к нему не прикасайся. Зачем? Сегодня будешь убивать кого-то? Мать, ты что, с ума сошла? Да что с тобой? Какая тебе разница, буду убивать или нет? Послушай, ты кого-нибудь убьешь, а потом тебя поймают и посадят. А мальчик будет расти сиротой. А если умрешь, мальчик вообще сиротой останется. О, Господи. Только этого не хватало. Что ты здесь делаешь? Брат, молчи. Дай пистолет. Зачем ты отдаешь пистолет? Еще смотрит на меня. Беги за ним, вдруг кого-нибудь убьет. Жалко ребенка, совсем маленький. Что ты смотришь? Иди. Пуля, предназначенная для Искандера, попала в меня. Несчастный случай, господин. Выздоравливайте. Отдыхайте. Как только поправитесь, закроете дело Искандера. Искандер не принимал участия в покушении на вас, господин. Будет неправильно, если мы будем его за это судить и взвалим на него всю вину. Пусть сначала Искандер попадет под суд, а дальше уж будет легче. Надо показать обществу всю серьезность этого дела. Иначе нам не остановить Искандера и таких, как он. Я согласен с Унсалбеем. Искандер Бейюк хочет показаться народу героем. На суде его исправят. Ну ладно, выздоравливай. Спасибо, господин. Господин, пора ехать. Нам надо попасть в Анкару. Поедем. Господин премьер, я не согласен с вами и Унсалбеем. Если на них не надавим, то будем играть по правилам Гладио. Я так не думаю. Мы можем это обсудить? У нас нет времени, господин. Пусть самолет подождет. Что-то может изменить ваше решение? Нет, ничего не может изменить. Не стоит больше говорить на эту тему. Она ничего не принесет ни тебе, ни мне. Мы все предусмотрели, поэтому взялись за это дело. Когда мы взялись за это дело, не знали, что твой тесть окажется их человеком. Не знали. Я сказал Давуту и Турану, чтобы они больше писали статей на эту тему. Сейчас мы можем нанести им сильный удар, если мы осудим Искандера, который много лет верно им служил. А если Гладио хочет, чтобы Искандера судили? Получается, мы окажем им услугу. Если хотят, чтобы судили их человека, пусть так и будет. Брат, ты что, выгнал Казыма? Да. А что мне еще оставалось делать? Брат, если кого-то и надо выгонять, то меня. Казым мой человек, поэтому я его прогнал. А тебя может выгнать только брат. Брат, что сказал премьер? Сказал, что операция Гладио отменяется. Мы еще ничего не сделали. Что отменять? Мы их что, оставим в покое, да? Нет, почему? Но премьер сказал, чтобы оставили. Премьеру приходится так говорить.
Он же знает, что я их не оставлю. Но зачем это надо? Он защищает себя и нас. Мой тесть оказался предателем. Он знает, что теперь за нами будут охотиться. Они низкие люди. Они не похожи на мафию. Они ранили всех нас без единого выстрела, только одним эрджументом. Они очень хорошо умеют действовать на психику. Так что даже мы завтра поверим газетным статьям. Именно сейчас мы заехали в долину. Лаззия, Хусрефага, Кылыч, Барон и остальные были только марионетками. Кукловоды управляли ими за занавесом. Они рады были играть с куклами. Народу нравится кукольный театр. Но теперь идет бал-маскарад. И мы не знаем, кто прячется за маской. Брат, а какие мы наденем маски? Волку не нужна маска, Мимати. Скажи Казыму, пусть готовит машину. Мы поедем. Брат, я сам приготовлю машины. Казыма больше нет. Как нет? А кто у двери? Я же сказал тебе не попадаться мне на глаза. Брат, прости меня, позволь исправить ошибку. Я не собираюсь давать тебе милостыню. Бедных людей и так хватает. Казым, приготовь машины. Да, брат. Шеф, я его выгнал. Разве Казым не твой человек? У меня не может быть человека, который позволил ударить себя. Если не твой, то мой. Теперь Казым работает на меня. Что делаешь? Перечисли все по порядку. Дядя, сначала просеяли песок. Стой. Песок промыли? Дядя, а зачем промывать песок? Где добывают песок? В карьерах. А если в море? Ну и пусть тот же песок. Еще мастер называется. Какой толк от стены, построенной из соленого песка? Дашь полизать ее козам? Уберите все, что сделали. Промойте хорошенько песок. Хорошо, дядя. Ты любишь меня? Что вы, дядя? То есть не любишь? Нет, дядя. Джевхер. Слышишь, что он говорит? Он не любит меня. Дядя, пусть умрет тот, кто не любит тебя. Поехали, поехали.
Молодец, сынок. Добро пожаловать. Шимо нет? Мой кузен Шимо приедет позже. Ребята, стойте у двери. Никого не пропускайте. Если кто-нибудь приедет, скажите мне. Прошу. Не откажусь от крепкого кофе. Хорошо. Нужно согласие опекуна, чтобы Фонда Ханым могла выехать за границу. Я согласен. Не в устной форме, в письменной, господин. Тем более я говорил о согласии отца, а не о вашем. Отец доверил ее мне. Господин, доктор, делай так, как я сказал. Ты же видишь состояние девушки? Она должна лечиться в Берлине, а не здесь. Будет жить там, если суждено, и умрет тоже там. Когда вы меня выпишете, доктор? Вам нужно отдохнуть, господин заместитель. До конца недели будете здесь. В начале недели еще раз проведем обследование и примем решение. Господин, мне только что сообщили, дочь Искандера Биюка везут в Германию на лечение. Искандер не отправит ее туда, не повидав. Предупреждены все. Карету скорой помощи проводят до самолета. Я должен ехать. Что вы делаете, господин заместитель? Господин заместитель, вам нельзя вставать. Принесите мой костюм. Если вы сейчас выйдете, можете остаться калекой, можете даже умереть. Я поймаю Искандера, а потом и умереть можно. Ялчин Йылдыз, Палат Алимдар хочет с тобой встретиться. И ты с ним встретишься. Братец, ты не понимаешь? У меня дела, я занят. Что он говорит, Абдульхей? Отключил телефон. Конечно, отключит. Вас же побил, Якушеклы. Думал, захочет подружиться? Где он, Абдульхей? Не сказал, брат. Поедем в холдинг? Его там нет. Найдите его через телефон. Поедем к нему. Thank you.
Джефф Хер, что здесь происходит? Дядя, шахту взяли под охрану. Сначала спроси, кто взял под охрану. Дядя, это люди Шимо. Какого Шимо? Шимо из организации, дядя. Позови, пусть придет, поцелует руку. Он, наверное, не слышал, что я на свободе. Его племянник здесь. Я сказал, чтобы позвали. Сейчас придет. Сходить посмотреть, дядя? Племянник Шимо, наш племянник. Сходим к нему. Здравствуй, молодежь! Как дела? Все хорошо? Хорошо, хорошо. Я же сказал, если кто-то придет, сообщите. Хаджи, я занят. Зайди потом. А кто тогда не занят? О чем вы? Ты же сказал, я занят. Вот и спрашиваю. А кто не занят? Хаджи, вы носите бороду, еще и шутите? Этот хаджи стольких шайтанов одолел. Ты еще даже не джин, и тем более не шайтан. На меня бросаешься. А ну-ка вставай! Охрана! Охрана! Джефф Хер, ты говорил, тут шахта... А производят ртуть. Посмотри, парень, как будто из ртути. Охрана, охрана. Нашли Булута? Ялчинбей, по всей видимости, он за городом. Мы везде искали. Не мог он выехать. Булут не мог выехать за город. Ищите лучше. Ясно, господин. Казым, беги. Казым.
Чего ты от меня хочешь? Где артист? Якошиклы? Ты называешь этого урода Якошиклы? В холдинге. В холдинге его нет. Где он? Не знаю. Тогда мы с тобой прогуляемся. Может быть, вспомнишь. Клянусь, я не знаю. Где артист? Если скажу, меня убьют. А ты думаешь, если ты не скажешь, я оставлю тебя в живых? Клянусь, я не знаю. Я не знаю, где его дом. Не знаю, где он живет. Ну, что-то ты знаешь. Я слышал, он встречается с одной девушкой. Я однажды проследил за ней. Если не ошибаюсь, она живет в резиденции. Где? Останови машину. Я умру. Поверь, если ты убьешь Якошиклы, обрадуешь и меня тоже. Но он работает на опасных людей. Йылдыз, говори адрес. Неважно, чей он. Я поговорю с его родителями. Это он стрелял в моего друга? Дорогая, я в душ. Завтрак готов? Сейчас. Когда выйдешь? Сегодня я никуда не пойду. Господин, больную посадили на самолет. Двери самолета закрыли. Ждем вашего разрешения на взлет. Да, господин.
Дорогая, выздорови ради папы. Хорошо, дочка. Папа будет жить ради тебя. Ты надежда отца. Давайте вместе улетим в Германию. Оттуда я вас отправлю в Россию. Я уже принял решение, Хакке. Береги мою дочь. Больше от тебя ничего не надо. Стой, стой, разворачивайся. Какой же ты упрямый. Тебе не хватило пули, которую ты получил от Пулата? Хочешь, чтобы я в тебя выстрелил? Ты не уйдешь от наказания, Искандер Биюк. Взять его. Тебе от нас не сбежать. Ты не посадишь меня без прокурора. Прокурор здесь. Возьмет у тебя показания. Помни о нашем договоре. Я позволил твоей дочери уехать. И ты сдержи свое обещание.
Ноги устали, Дживхер. Принесу скамейку, дядя. Нет, нет, я сяду сюда. Дядя Заза, с освобождением. Дживхер не сказал нам. Это так, Дживхер? Ты сказал никому не говорить, дядя? Дядя, клянусь, я не знал, что это ваша шахта. Если бы знал, ни за что не отправил бы племянника. Шимо, ты любишь меня? Люблю, дядя. И я тебя люблю. Чтобы не сглазить нашу дружбу, принесем твоего племянника в жертву. Пусть будет так, дядя. Он так надоел тебе, Шимо? Достал меня, дядя. Он твой родной племянник? Родной. О, Аллах! Садись, дядя, садись. Садись. Дживхер, для чего нужна ртуть? Для термометра, чтобы измерять температуру. Хорошо. Будем измерять температуру Шимо, когда понадобится. Дядя, зачем? Ты садись. Развяжи людей, Дживхер. Шимо, без моего разрешения ничего не делай, хорошо? Слышишь? Спасибо, Туран. Все материалы, которые здесь есть, опубликуй в газете. Сделай так, чтобы после слушания Искандер только молчал и до конца жизни сидел в тюрьме. Почему вы не убили его? Убить? Мы никого не убиваем, Туран. Никого не впускать и никого не выпускать. Хорошо, шеф. Добрый день.
Добрый день. Что происходит? Добрый день. В чем дело? Я здесь живу. Ну и живи себе. Куда идешь? На работу? Сегодня у тебя выходной. Вы не узнали меня? Я Бияс. А я Сиях. Все, друг, иди. Не время для шоу. Мне нужно ехать. Что, Мимати? Брат, Биязу нужно ехать. Да-да. О чем ты, Мимати? Ну вот Бияз из шоу. Говорит, надо ехать. Мимати, ты с ума сошел? Мы ради этого приехали. Отпусти, пусть идет. Откуда я знал? Ты же сказал никого не выпускать. Я держу его здесь. Отпусти, пусть идет, Мимати. Иди. Спасибо. До свидания. До свидания. Тебе гости пришли? Да. Ты тоже приехал поучиться? Да. Мне так многому надо научиться. Подождем здесь. Тебя хозяин сам заберет? Или мне отвезти тебя к нему? Скажи мне. Хозяин тебя найдет.
Искандер Бьюк, ты ничего не скажешь? Я сам знаю, где говорить, господин прокурор. Я все расскажу. Все. Для меня пишут сценарий. Так я покажу вам, как надо Ты нашел убийцу отца? Да. Позволь мне своими руками убить его. Давай. Убивай. Где он? Перед тобой. Я убил твоего отца. Кто из них убил? Мематти или Абдульхей?